Всем привет, друзья! Недалеко от стрельбища мы нашли небольшую, маленькую заготовку дров на зиму. Давайте посмотрим, что тут есть. Небольшая, маленькая, самая маленькая. Вот такая. Я думаю, видно для сравнения, да? Я покажу количество. А? Количество покажу. Да. Который кусает? Ну, лето. Это все лето. Дрова, как видишь. Маленькая заготовка на зиму. Это по незаконную вырубку. Ну, об этом история умалчивает. Законы не вроде бы я там слышал, очень борется с этим. С вырубкой? Ну да. Об этом история умалчивает. Кстати, координаты там внизу будут. Да, опять-таки. Недалеко отошли, поэтому я это тоже место обозначу в координатах в описании.